Привет! Сегодня буду готовить булочки с вареньем. Для начала приготовим опару. В миске смешать теплую воду, дрожжи и муку. Оставить на 15 минут. Смешать яйцо комнатной температуры, сахар и щепотку соли. Влить молоко комнатной температуры и растопленное сливочное масло. Перемешать. Затем добавить подошедшую опару. Перемешать. Постепенно добавляя муку, замесить мягкое тесто. Накрыть и оставить в теплом месте на час. Тесто должно увеличиться в 2 раза. Подошедшее тесто обмять и разделить на равные кусочки. Каждый кусок раскатать. Форму булочка можно придать любую. На край подготовленной лепешки выкладываем начинку. Заворачиваем ее и прижимаем. Края оставшегося теста нарезаем на полоски и сворачиваем. Противень застелить пергаментной бумагой, выложить булочки, накрыть и оставить на 30 минут. Затем смазать желтком. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут. Очень вкусные, мягкие и ароматные булочки. Желаю вам приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока!